всех категорически приветствую. Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики. С вами, как всегда, на связи The Life Robot, распаковки и обзоры. И, дорогие друзья, продолжается серия цикла распаковок и обзоров на драконью серию фигурок из магазина фиксированных цен Fix Price. И на этот раз у нас уже третий выпуск. И сегодня в эпизоде у нас будет вот такая вот коробочка. Называется «Фигурка дракон». Здесь у нас имеется также надпись «Цена товара 55 рублей». Она вот в таком вот прозрачном кейсе, упаковочке. Сзади коробочки у нас здесь логотип производителя Play the Game. Цена товара 55 рублей. Собери всю коллекцию драконов. Здесь у нас указан артикуль. И здесь в конце у нас тройка стоит. Это означает то, что это у нас получается третья фигурка в серии. Также у нас здесь имеется надпись «Для детей от 5 лет». Состав ПВХ, срок годности не ограничен, дата производства апрель 2017 года. Штрих-код ЕАК для детей старше 5 лет, вот ограничение и fixprice.ru. Вот такая вот у нас упаковочка, коробочка, как вы видите. И вот так вот у нас выглядит сам дракон. Здесь у нас также надпись имеется «Фигурка дракон». Как видно, да? Давайте непосредственно приступать к анбоксингу, к распаковочке. Для этого мне потребуются, как всегда, ножницы. А вот и ножницы. И как-нибудь давайте-ка сверху. Вот здесь у нас скотч. Как видно, скотч. И подрежем этот скотч. Так. Аккуратненько. Так, во. Вот так вот. Так, немножечко подрезали. И теперь открываем. Так, открываем. Вот мы открыли. Давайте-ка достанем все из коробочки. Вот такие вот у нас шикарные синенькие крылья. Чем-то напоминает мне летучая мышь. По крыльям гляньте. Поглядите. Да. И достаем самого дракона. Вот такая вот у нас коробочка. Play the game. Фигурка дракон. Давайте-ка непосредственно соберем нашу с вами дракона. Такой вот у нас необычный дракон. Синенький. Вот. И такие вот крылья. Крылья вот так вот сверху одеваются. Здесь у нас две, как вы видите, дырочки есть. Такие вот два отверстия. И давайте-ка оденем ему крылья. Так, одеваем крылья. Вот такой вот у нас уже получается дракон в сборе. Кстати, особенность этих фигурок, конечно же, заключается в том, что, видите, как он красавец. Практически хорошо детализован за свою цену в 55 рублей. Хорошая покраска. Вот нигде таких вот черточек нету. Краски лишней. Прям именно как надо покрашено за 55 рублей. Стоил бы дороже, еще лучше было бы покрашено. И детализация прям хорошая. Правда, вот почему-то он падает. Клюв прям падает. Голова, что ли, тяжелая. Ну, вот так вот стоит он. Как вы видите. Вот такая вот фигурка дракона. И, знаете, можно здесь устроить расчлененку. Это такая вот особенность такого вот дракона. Фигурки. Прям прикольно. Ну, вот видите, единственные минусы. Это, я не знаю, то ли краска, что ли, не высохла, то ли, не знаю, в чем проблема. Видите? Оставляет такие вот синие на пальцах, я не знаю, краски, что ли, как прям краска осыпается. Вот, минус, в первый раз увидел. Вот видите, и теперь можно обратно собрать дракона. Вот. Так, собираем дракона. Вот так вот. Вот, ну что, можно еще добавить. В принципе, и так уже все подробно показал, рассказал.
Можно даже по-другому крылья поставить. Такая вот жесткая резина здесь у нас. Так. Вот так вот поставим. Так, крылья наденем. Так. Ну уже. Вот так вот одеваются крылья. Немножечко с усилием придется повозиться. Но в принципе, если же, конечно, в предыдущих фигурках краска не осыпалась, но здесь он синенький, видите, краска осыпается. Такая вот фигурка, дракон был. Кому понравилось, соответственно, этот распаковку и обзор, ставьте палец кверху. Дорогие друзья, оставляйте комментарии. Также делитесь этим видео с друзьями. И подписывайтесь на канал, нажимайте на кнопочку подписаться. На этом все, дорогие друзья. До следующего выпуска, до следующего эпизода. Все, большое спасибо за просмотр всем. Все, пока.